Уильям Вордсворт в капелле Королевского колледжа в Кембридже. Не упрекай святых за мотовство, ни зодчего, что создал небывалый великолепный храм для горстки малой ученых прихожан, вложив в него все без остатка, талант и мастерство. Будь щедрым, чужд взыскательным высотам труд, отягченный мелочным расчетом. Так думал он, вознесший волшебство резных колонн и арок невесомых, где радуги дрожат в цветных проемах, где в полумраке музыка парит, блуждая в сотах каменного свода, как мысли, коих сладость и свобода нам о бессмертии духа говорит.